приятно сыграть. Вот, в Эстонии пришел народ, такая атмосфера праздничная. Вот, я считаю, хорошая организация, но результат оставляет желать лучшего. Были моменты, могли реализовывать большинство. Вот, мы не забили в большинстве, а соперник реализовал свои моменты. Здорово сыграл в большинстве и поражение. Завтра есть время восстановиться и выиграть матч. Что сейчас будет самое главное вот в эти там 18 часов с небольшим до игры? Ну, главное успеть восстановиться, поспать, покушать и завтра готовиться к игре. У тебя сегодня юбилейный матч, 450 в карьере. Был какой-то особенный настрой или вообще следил ли за этими цифрами? Я даже про 450, я даже не знаю, откуда столько я вообще. Вот. Не, я даже не знал, спасибо, что сказали, приятно, что я даже не думал об этом. Вопрос. Заметили, что когда болельщики Северстали включались, их даже посерьезнее было слышать, чем болельщиков Йокерита? Да, я очень удивился, то, что народ, я так понял, это местные, приехали и поболели тоже. И спасибо нашим болельщикам. Добрались Череповца до суда, это очень приятно и дорого стоит, я считаю.